Анонс и точка выхода пятой серии турецкого сериала «Невеста». Пятая серия сериала выйдет в эфир 10 марта. Ранее в сериале мы увидели Ханчер, который разговаривает со своими родными. Девушки говорят, что она лишила их душевного спокойствия и что им есть о чем с ней поговорить. Но есть кому встать на сторону Ханчер, ведь она сама говорила, что любит того человека, за которого собирается замуж. Так в чем же обвинять ее? Вечером Ханчер возносит молитвы к Богу. Она просит Всевышнего простить ей то, что соврала. Ведь она делала это во благо. Она обманула родного человека ради его же спокойствия. Ханчер говорит, что согласилась терпеть этого жестокого и грубого человека исключительно для того, чтобы спасти того, кто ей дорог. Но у Джихана тоже начинают появляться вопросы. Ему интересно, что задумала Ханчер, соглашаясь на этот брак с ним. Мужчина говорит Мукадер, что пролил ради нее кровь, и теперь ей точно так же, как и ему, придется нести на себе это бремя. Для женщины такое заявление становится крайне неприятным. Джихан встречается с семьей Ханчер. Девушка говорит родителям, он вообще-то говорил о том, что занят, и она не понимает, зачем они уговорили его остаться. Родители Ханчер не видят в этом ничего плохого. Они предложили Джихану остаться на ужин, ведь он их будущий зять, и они хотят узнать его получше. Ханчер чувствует себя неловко от этого. Родители Ханчер говорят, что они с Джиханом очень красивая пара, и не надеются, что у такой красивой пары будут не менее красивые дети. После этого Ханчер думает, что все это ложь. Пятая серия сериала выйдет в эфир 10 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.